Эпидобстановка в регионе оставляет желать лучшего. Область продолжает находиться в красной зоне. От коронавируса выздоровели более 15,5 тысяч человек. К сожалению, есть и летальные случаи, их 289. Между тем, вакцинация в регионе от коронавируса идет полным ходом. На сегодняшний день первым компонентом охвачены свыше 49 тысяч человек, вторым почти 18 тысяч. По области открыто 30 прививочных пунктов. Они работают в будние дни с 9 утра до 6 часов вечера. Также можно получить вакцину в выходные, но по предварительной записи. В городских поликлиниках организовывают выездные прививочные бригады для вакцинирования сотрудников организации и предприятий, где есть условия для проведения вакцинации. Кроме того, для охвата сельского населения в районах организована работа передвижных прививочных бригад, которые выезжают в организации дальние населенные пункты. По всем возникшим вопросам можно обращаться в управление здравоохранения по номеру 24 55 22, либо в единый колл-центр по номеру 109.